Талик, убавь мне, пожалуйста, по всем газу. По всем? Ты про какой конкретно? Виталик, каску по райду бафни. Все будет сейчас. Типа где Олег научил такой параши, да? Это полная хуета, что он говорит, ну, когда освобожденка, ничего не делать. Это хуйня полная. Так мы вроде делаем, но там, допустим, что там быстрена, да? Волна с быстреной сразу, типа, один так. Всегда это меня бесило, я всегда это говорил, что это полная параша. И вот сейчас эта параша привела к вайпу, потому что хилы стоят, дрочат. Потому что на них освобожденка, нафиг хилить. Вудипип, ты тут? Опять, пожалуйста. Пускай. Это калит, реально калит, блин. Все четыре стоят, и все четыре всем насрали. Босс. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордстола унесут ваши души. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Смотрим, ждем. Очень бы холод. Первый фаш, все можете стакать. Хилы вас захилят. Не нужно, чтобы было снесено офигенно много количества хп. Я не знаю, зачем вы отбегаете. Это просто жесть. Ты вообще красавчик, друид. Фалон, есть БР? БР, да, есть. Снимай фала этого Пандору, Пандаруму. Бесклеп. Так, Хаба, какая ни была бы на тебе освобожденка, стакаешь до 15 стаков. Центр падает. Я тебе разрешаю. Бутербол стакает до 15 стаков. Хилики танков. Потому что у нас же 4 хила. Убивай. Разбивайте речь. Без скина умрет сейчас. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Это же он. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая мать... ДЦ вообще по красоте я вижу. Хила у нас медики там осторожно суставы. А, больше хила. Больше 5 не копите. Трепещите здесь, ваше вторжение не окончится. Никто не умеет. Я в метке и не вижу, где падает. Давайте, пожалуйста, метки как-то. Бля, я не знаю, как-то до 100 тысяч, чтобы не было этих параши. Говорите, где падает, я не вижу. Чё, последняя метка падает. Убивайте. Три хила. Угу. Ладно, два хила хилит.
несем под босс. Всю эту хрень несем под босс и смотрим метку. Давай, Хант, под босс. Шоу, милики ушли, ушли милики. Кидываем стаки. На двух хилах. А, я вижу. Ай, хаба один хилишь. Ясен под босс. Эту не развиваем. Гильдаль, пой гим на хп. Пой гим на хп, Гильдаль, пой. Отбежали. Отбежали от холода. Метку разбить. Под боссова. Милики ушли. Милики ушли. Метку разбиваем. Скидываем стаки. Под босса метку. Сейчас пою гимноману. Прошествие под босса, пою гимноману. Милики ушли. Давайте стаки. Сполз. Гимн спел. Следующий под босса. Отлично. Один хилиш этот под босса. Милики ушли. Хаба под босса, бля, кто бы спал. Лифин, пой гимн на хп, гимн на хп, пой, разбивай метку. А, Лифин, гимн на хп. Под босса, маг, глыбу прожмешь. Мирики ушли, ушли мирики. Давайте, разбивайте, разбивайте, скидывайте стаки. Маг умер, я понял. Будет херово, отбежали, 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 отбежали. Так, я читаю гимн на хп, скидывайте лифин под босса, милики ушли, давайте. Похиливайте. Бля, на всех трех хилах это херово. Скидывайте. Хватит, не хлопай 20 тысяч. Ну так хлопать, конечно, бля. Че это, бля? Падайте, падайте. Давай, блядь, 6 хилов, что ли, блядь? Не, 6 не надо, я просто сейчас сделаю вот так вот. Я не знаю, в чем проблема, блядь. Сколько там, на 5 человек кидается? Или на 6? Так, не надо просто умирать с притяжки, блин, и все. А что с престом было? За счет именно за две тяжки умирает два раза. Да, кстати, а мы сейчас опять вот без них были, я просто не заметил, вот именно кинул, они сдохшие были. Три хила сейчас вообще шли. Все понятно. Ну, значит, на хилу тупые. Давай, спекайся хила, спекайся хила, давай. Кто я? Лифин, Лифин будет в хиле. Наверняка, блядь, ДПС. Не, не надо. У нас приз уже умирает под 100-500 раз. Я вон там косарь ДПС дам. С пушкой 260 тысяч на хилу. Если бы я не хилил, еще бы трупа 3 было, наверное. Конечно, без... Нет, только ты бы сдох. Возьми себя хил. Дайте рыбу. Не говоришь? Нет, это DC, это был. У него вон не холик.
каску. Ну, за 5 по крестам дать. Смотри, какой у него хулик, там вообще духа нету. Да пофиг на тот дух. Крест дайте. Крест по шаману. Крест по крестам, по этому. Пришествие, дай крест по крестам и по шаману. Иди запускай ВК. По 6 хилов можете стакать на первой фазе, как хотите. Говорите, где падает, как умер хули пал, притянет. Сейчас посмотрим. А дыхание там, по-моему. Да, дыхание 44 тысячи. Синдра, потому что боком стояла. Потому что нехуй выбегать под дыхание. Хан, 500 гп. Разбивает склеп. Сколько КД бар? Прикольно. Обратите внимание, падает еще круче. Ай, Лифин. Говорю, у тебя есть бар? Паларион. Да, есть. Ну и Лифин. А что, ты тупой, что ли? Кого поднять? Лифина! Пандарум, поднимай пришествие. Вуду Пипл 500, Лифин 500 и пришествие 500. Он справа падает. Астра идет, не уходи, шапаш. Слева далеко. Лево. Убивайте склеп. Супер, не жаль.
Босс. Полный ход, босс. Разбивает его сразу. Давайте стак. Следующая подвоза, и ждем притяжку. Элики ушли, ждем притяжку, скидывайте стаки. Найтесь. Танки. Беги, малышка, бежали. Призвели под босса. Босса, милики ушли. Шли милики. Под босс. Баш под босс, милики ушли. Кидывайте, разбивай. Под босс. Босса. Под босса. Прожмись, милики ушли. Кидывайте, разбивайте. Босса следующая будет притяжка. Бутербол под босса, милики ушли. Путешествие одна хилишь. Гильдаль, давай гимн на хп. Скидывайте стаки. Притяжка, нет, подвозила. Следующая под босса. Добейте метку, фаларион под босса. Медики ушли. Кидывайте стаки. Под босса. Литвин под босса, медики ушли. Скидывайте стаки. Пойти Геру. Аж под босс. Ушли. Разбивайте. Следующая под босса будет притяжка. Под босс. Медики ушли. Разбиваем. Беги, малышка, беги! Следующую под босс. Медики ушли. Следующую сторону. Бойте босс. Она под босса. Разбивайте три метки. Разбивайте, разбивайте. Кидывайте стаки. Следующая в сторону уходит. Гильдаль, иди в сторону. Подобивайте. Следующая тоже в сторону. Корнер забирал, но он что-то ушел. Давай мне кидай.
Да ладно тебе ругаться, если я много настакал, это только в конце, когда уже все били. А зачем мне ГП, дружище? А как у тебя ник, дружище? Пандором. А где тебе ГП давали? Только что на обороте отняли. Ну он не видит минуса, наверное. Может вернуть ему? Ребят, может ну его того дича? То вижу, на Сингре такое делает, а на Личе жопа. Ты чё, с ума сошёл? Почти как анбар. Три часика посидим, нормально. Нет, три часа не будет. Кого-то ищешь? Дайте рыбку, пожалуйста, есть рыба у кого? Хаба дальше пойдет и ремом, или хилом? Хаба... Олем. Так, у нас будет... Не, Лифин, ты спекайся обратно. У нас будет тут... 4 хила. Бутербол, ДЦ, пришествие, Пандарум, Хаба, ЛМ, все остальные ДД. Ты кинь этого. Тыкните на саму. Это Шивы из второй пати в пятую вместо Хаба. Чтобы захиливал хил. Там. Есть рыба у кого? Рыба стоит же. Давайте фулбал. Буду квадратом, не, буду звездой, а баш будет... Баш, я тебе дам еще ассист, а ты будешь водить милика, будешь квадратом. Серега, ты когда-нибудь улетал на ловушке? ДЦ, ты можешь подиспелить чуму или не? ДЦ, подиспелить чуму? Дайте чек. Дайте фулбал в парайн. А я там крест. Нет, мы за ним стоим всегда. По-любому не ты наступал в нее, да? Еще когда с канобом ходил, улетал разок. Пандалов. По кругу, да. Вот тут начинали, короче, бить Лича, блядь. И вот тут вел, короче, спиной вот так забыл. Монар, что тебе не хватает? Дайте кулак по роге. А что ты по станам говоришь что-то? Да, по роге. Не, я еще не говорил, сейчас скажу. Хмели с финали, ты тут? Подтверждай готовность, почему у тебя висит знак вопроса. Не спальте обязательно шаркарей. Здесь протопало всего 6к. А, давайте ханты, не спальте шаркарей, протопало 6к. Херово, правда. Ты чек. Здесь быстро переведем. Ну что вам опять не хватает, Монарх, Элвин, что вам не хватает? Кулак, бля, Войд, бафни им. А, в натуре. Всем привет, ребят.
Привет. Хаба, поставь тотами все. Я запустил по станам. Лонрик, станешь трусы. Войт Холли кружочек, Витайли Кун ромбик. Запомнили? Это первая волна. Ваша только 1, 3 и 5. Все остальные волны 2, 4, вы станете гневом. Пришествие, когда я скажу, застанешь кого-то, кого я скажу. Все. Времени разбирать порогом. Еще раз говорю, Войт кружочек, Витайли Кун ромбик и Лонрик трусы. Все зеленые, да. В РДД стали звезду. Послужит доказательством моей безграничной мощи. Чумой. Всепожирающая чума. Смотрим, начинаем бить. Мою хп типа. Все, погнали. Господи, спаси и сохрани. Смотрим. Ловушка. Ловушка Мирик, РД стоим. Ну, смотрим. Дай. Диспел. Смотрим, ловушка сейчас будет. Да, Мирики стоим, перебежали, стали в звезду. Смотрим, РДД перебежали. Мирики стоим. Стоим в звезде, РДД. А, Клота. Фэл. Пушку посмотрим. Пушка Мирики. Мирики, Рещи. Сейчас стоим. Тримчума. Прикарь скоро. РДД ловушка, перебежали. Али стоим. Звездочку. Протопал дальше, проводи трэш. Хаба, чума, диспал. Бьем. РДД, давай Мириков. Бля. Ну протопал, ну ты прожимайся. Ну че ты средство не прожал? Ваншот был, у него фул хп был. Бля, он танчит двух шаркарей и он не прожимает срезку. Протопал! Тебе 6к! Ты вообще должен, как только второй шаркарь появился, сразу палец на срезку ставить. Я прожим и протопал. Какую миллисекунду второй шаркарь вырез сразу срезку нажал, моментом. Ты шаркаря танчил 4 секунды без срезки, я что, не видел или что? Сбрила его, конечно, сбрила в 6к. А чё вот тот ивент проводили с трэшем, кто его выиграл? Не было его, 25 гержи не поставили. Ивент с трэшем, что-то выживание или как там? Альянс, по-моему, выиграл. Угу. Там все, по-моему, 5 им, что ли, было. Ну, это нормально, это 25 человек. Все эти ребята. Протопал, ты уверен, что ты затанчишь? Не знаю как, ну кидает, ты просто на шакре почаще смотри, кидает иступление, кидаешь ему в танк. Там, по-моему, вот во второй вылазит, да, начинает иступление кидать на себя. Так ты кидаешь в них небес, и символ тут 30-15 секунд кд. Ир, что вы делаете? И потом уже смотришь на них, есть ли у них иступление.
Типа, если есть, там уже меньше 20% ХП стало, то БЗ даешь. Дайте шкаф с умом, есть тут лок. Блок. Нет, нет. Я лечу, я релагался. Зависит. Ну, я релагнусь. Милису наливай, бафни им кулак, почему у них кулака нету? Я про кисель читал. Запустил. Неужели прибыли наконец? На овсянке есть кисель. Мне бросить. Я готовил, короче. Покупал, еще проси каплю, когда выходит два шаркаря и когда у тебя там прошимок нет, станов, что-нибудь такое. Быструю, чем ты заслуживаешь. Сейчас повторяю, Войд станет кружочек, Виталий Кун станет ромбик, и Лонрик станет трусы. Трусы зеленые, ромбик фиолетовый, кружочек оранжевый. Ай, бля, это пиздец. Да не сдохай ты так, Тим. Все нормально. Послужит доказательством моей... Почти. Будет так! Герои в атаку! Ну, погнали. Ловушка. Да-да, перебежали. Где стоит? Смотрим. Клод. Диспел. Да, перебежали в звезду. Попроводи стали в звезду. Милики, РДД стоит. Арион переспал. Им ловушка. Протопал. Протопал. Все, все проходим. Ставлю звезду. Осторожно, с чумой. Смотрим. Ловушка. Милики. РДД ставлю звезду. Давай, Китамори. Диспел. Давай, половой. Танк, чума, танк, ВДК. Падай, ты разворачиваешь крейврейт. Это, бля, вы чё нахер? Для кого я поставил вам, бля, кружочек? Милики, Зелоны, Монарх, ведь кто там ещё? Элвелин. Больше, чем у них. Ебать, стой, диван, буду пить. Диван сними, на тебя диван кинули, ты не видишь, что ли? Орел, окнись.
Спавни игру, зайди снова. Да, он, блядь, исполняет, на нем диван висит.